Две команды представят Мариэл на всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч». Это «Восход» из поселка Красногорский и «Волжск». Ближайшие матчи ребята сыграют в гостях. Одни в Ставропольском крае, другие в Волгоградской области. В Мариэл тоже пройдет немало спортивных событий. Расскажем о них в афише. Стартуем с игры настоящих мужчин. С 30 сентября по 4 октября в Ледовом дворце «Мариэл» пройдет Кубок Федерации Приволжского федерального округа по хоккею среди юношей до 11 лет. Юные любители клюшек и шайбы постараются растопить лед своей игрой. В легкоатлетическом манеже «Арена Мариэл» 2 и 3 октября состоится Кубок Республики по лапте. Бита и мяч – все, что нужно спортсменам в этот день. Республиканские соревнования по шахматам среди детей до 16 лет пройдут в спортивном зале «Динамо» 2, 3 и 10 октября. Мы напоминаем, что посетить спортивные мероприятия можно только при соблюдении всех эпидемиологических требований. Не забывайте про маску и социальную дистанцию. Все подробности можно уточнить на сайте регионального Минспорта. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!